Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой продолжаем играть в Миса. Что? Правильно. О, сегодня мы с тобой продолжим. И смотри, Ван Панчман встречает меня, говорит: здорово, Винди. А я ему говорю: здорово, Ван Панчман, чё, как дела? Значит, мы сегодня с тобою, бляха, будем ходить по лестнице туда-сюда, как дебилы. Мы сегодня с тобою будем проходить игру. Я видел, что многим понравилось Мисао, и это здорово. Это здорово. Я хочу как-то расширять канал, чтобы у меня на канале всегда были какие-нибудь сюжетные игры. То есть, в принципе, чтобы вот тебе нравится сюжетная игра, и чтобы ты всегда мог увидеть на канале какую-нибудь сюжеточку. Ну и также, конечно же, всякие мозговыносы у нас с тобой всегда бывают. Здравствуй, дельфин. Давай поздоровим с дельфином. Давай? Давай. Что дельфин делает этому главному герою там внизу, что он издает такой звук? Да, почему дельфин? Потому что напиши в гугле, вот прям сейчас, можешь остановить видео, и напиши в гугле «звуки дельфинов». Вот там будет прям такой вот звук. Это больше было похоже на Патрика, но не важно. Так, пойдем вниз. Мы тут были. Мы туда не пойдем. Нахрен я такое шатал. А, здесь бобень. Здравствуй, бобень! Ты знала, что тебя не нужны? Так вот, ты не нужен. Ладно, сори. Ладно, все. Я не шутил об этом, не надо меня бить. Я походил по лестнице за это, видишь, наказание. Так, библиотека, мы там были. А я не помню, в этой игре я библиотекой уже поговорил? Помогу я... Нет, иди ты, баню. А, окей, окей. Мы просто дали ей с тобой имя вчера, в прошлой серии. Она Елена. Хорошо. Ты ёпта. Здесь я не был, кстати говоря. Ну, давай сюда пойдем. Опа! Здорово, новая женщина. Или ты не женщина, я не знаю, кто ты. Приветики. Кукусики. А я, это здорово. Винди, ты прям вот хорошо вовремя пришел. У нас с тобой шанс на всю жизнь. Что такое? Так как никого рядом нет, мы можем вместе посмотреть в стол мистера Кураты. Твою мать, Аяка, нет времени для этого. Посмотри на то, что происходит в школе. А тебя волнует просто стол этого учителя? Ты, если вдруг забыл, она очень сильно любит учителя. Прям вот такой, знаешь, чистой доброй любовью. Она прям его обожает. Посмотри, у него есть стол. И в этом столу есть письма, которые пишут мистеру Курата. Кто посмел любить мистера Курату? Давай посмотрим, что они написали. Аяка, вообще это абсолютно не важно. Давай мы уйдем куда-нибудь в спокойное место. Нет, пока я не увижу все их письма. И я даже не посмотрела в самую нижнюю там часть. Мы не можем отпустить такую возможность. Давай посмотрим. Я тебя предупреждал. И что там? Я люблю тебя так сильно, учитель. Я хочу помыть твои трусы. Кто? Кто отозвал это мистера Курати? Такую глупость! Что это имя? От Аяки. Оу. Аяка, ты дебил. Оу. Так, подожди. Меня сейчас что-то убьет опять. Я не хочу умирать. Что такое? Нет, ничего. Тут просто какой-то звук был. Ну все, Аяка, вали отсюда. Я там мистера Курати, по-моему, нашел в каком-то ящичке. Так, я тут больше ничего найти не могу, да? Я стараюсь все обхаживать, все рассматривать на всякий случай. Просто на всякий случай. А то вдруг, ну, ты знаешь. Иногда вещи, когда тебе нужны, они прячутся там, опа, где ты их не ждешь. Смотри, чей-то тапок. Здрасте. А, свип, свип, свип! Тапки исчезли. Там тапки. Срань железная! Что ты падаешь ты на меня? Окей, давай пойдем к самой третьей. Обходим. Вот так вот. Что у нас здесь? Тихо. Закрыто. А у меня есть ключ. У меня есть ключ. Вот он, ключ. Разблокировали дверь. И что там? Звездочка. Нет, что это? Вы нашли поломанный телефон. Окей, так, обходим это. Обходим, обходим. Я не могу отсюда уйти? Чего? Чего? Оу. Подожди, все, что падает вниз, падает туда же, да? Ну, круто. Теперь я могу отсюда уйти? Я должен был это сделать. Для того, чтобы выйти, я должен был это сделать, иначе уйти отсюда не мог. Так, что это за...
А где мой телефон? А, вот он, это важные. Это важные предметы. Это важные предметы, которые мне потом понадобятся. Ладно, ты не хочешь? Ну да, ты не хочешь. Она все еще мечтает о том, что хочет помыть чьи-то там труселя. Ну, удачи тебе, Аяка. Молодец, гоу, все помой, дурында. Так, хорошо. Что это? Вы нашли записку. А что на записке? А, Б, С. Да, тихо. Тихо, дай прочту. Adorn Wild Lilies. Любимые белые лилии. Б. Цап. Ну, короче, не знаю. Там что-то. А, здесь мы были, но здесь мы ничего нового не найдем. Здесь ничего нету. Пойдем. Что это такое? Классная игра, какая классная игра, мне прямо нравится. Нет, не пойду. Да нет, иди ты в баню. А, фак. Опять, все надо мной смеются. Почему все надо мной смеются? А, вот в тот унитаз можно было упасть. Так, тихо, давай сохранимся и пойдем проверять. Опа, 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 чё? Опа, чё? Опа, будет писсуар. Пахнет. Парень! У тебя телефон на виброрежиме, слышь, выруби. Что у нас? Это... Там, говорят, мальчик, который... А, ты живой! Я думал, ты не живой. Тома! Винди, не пугай меня так. Тома, ты всегда только прикидываешься храбрецом, да? Что? Я не смог спастись от Тому. Она пропала. А, Тома... Это не мой косяк! Я ничего не сделал неправильно. Это все Мисао! Помоги мне тогда, мы вместе спасем Мисао. Что? Не делай глупостей. Это все Мисао, это все из-за нее. Почему вообще нахрен ты хочешь ее спасать? Давай, ладно. Можешь сидеть здесь и трястись со страха сколько хочешь. Тогда не приходи ко мне потом. Подожди. Подожди. Ладно, я сделаю все, что хочешь. Я помогу тебе, чем хочешь. Ты только не оставляй меня одного. Давай. Да, давай, пойдем. А. Я думал, мне в карман спрятался. Опа. Смотри. Так, Атома, если что, если вот мы выживем, мы можем с тобой забахать охерительные танцули. Просто у нас с тобой будет дуэт, смотри. Опа. Смотри, какая синхронность, вообще обалдеть. Какие движения. Да. Атома, мы будем с тобой популярностями. Но потом. Сейчас нам нужно пойти отсюда. Побыстрее. А, Тома! Или Тома! Дебила ты кусок! Я оставил тебя на одну секунду, ты уже все расхерачил! Как ты вообще девушку нашел и не сломал ей лицо все еще? Я удивлен. Тома! Тома, давай, держи себя! Он все еще дышит. Мне нужно разобраться, как его помочь. Я спрятал его труп в унитаз? Куда он делся? Ты слышишь, кстати, на заднем фоне кто-то поет? Ну, дверь. Куда я его спрятал? Куда он делся? Я его просто поделил на ноль. Был Тома? Нет Томы. Опа, фокус. И все, больше его никто не найдет. А, нет. Мы что, в Гарри Поттере? А, да, я вон вижу призрака. Призрак, где философский камень? Расскажи. О боже, это воняет. Или не философский камень? Я не помню, что там в Гарри Поттере было. Там была тайная комната, точно. Ку-ку-ку. Не могу сохраниться. Я и не пытался. Окей. Вы слушаете кого-то, но там нету ответа. Ну ладно. А может я тебе позвонить должен? Есть такой вариант. Подожди, я не могу. Я не могу shift escape нажать. А, понятно. Да-да. Давай поиграем. Охренительно, блин, поиграли. Нет. Ладно, ну давай поиграем. Давай поиграем.
Смой, смой. Надо было еще смыть. Класс, поиграли, блин. Ты видел, как он? Это женщина-миксер. Знакомься, это женщина-миксер. Так, по-моему, здесь мы с тобой были. Ну ладно, ладно, давай дальше пойдем тогда. Что тут у нас? Не смотри назад. Нет. Нет, там ничего нет. Не смотри назад, я понял. Не смотрю назад. Если я пойду туда, то мне придется посмотреть назад. А я не должен смотреть назад. Я не буду смотреть назад. Фак! Фак! Выпусти меня, выпусти, 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 выпусти. Прочтем? Нет. Кирпичом по голове? Нет? Ну ладно, привет. Смешно? Пиздос. Просто. Очень. Ахаха, ару. Какие-то странные у этих призраков шуточки. Взяла, убила парня и заржала. А давай сходим к тебе? Ты чё? Ну, я так и знал. Я знал. И последний вариант. Там вроде направо, налево был вариант пойти, не? Вот там налево есть дырочка, я не знаю, можно ли туда пройти. Скорее всего, нет, но я хочу проверить. А чё это за обман? Нужны ключи. То есть сюда мы должны идти только если нужны ключи. Интересно, а что у нее такое вот прям твердое, резко откуда-то вылазит, что оно убивает? Я бы мог здесь отпустить одну пошлую шуточку, но я не буду, потому что, ну, я не пошлую шучу. Опа, приветики. Да! Аяка и мистер Курата? Помоги! Аяка? Успокойся, монстры уже пропали, Аяка. Что произошло с Аякой? Она в панике после того, как была атакована монстром. Ты была атакована, Аяка? Видишь, я тебе говорил, что надо прятаться куда-нибудь в безопасное место. Где Тома, которого я пытался из туалета куда-то спрятать? Он все еще у меня в кармане лежит. Я его по частям собрал к себе. Подожди. Пусть она останется здесь и отдохнет. Но... Не волнуйся, я буду с ней. Хорошо, хорошо. Я оставлю Аяку на вас, сэр. И я пойду посмотрю вокруг. Подожди секундочку. Я думаю, у меня есть транквилизер на моей... на моем столе, в моей комнате. Можешь принести его ко мне? Это поможет ее успокоить немножко. Понял вас? И будь осторожен. Не смей умирать там. После этого ты один из моих любимых учеников. Спасибо вам. Но, знаете, не умирать довольно трудная задача там, где все убивает. Эта моделька, она убивает. Ой, она пугает. Что это было? Вот о чем я и говорил! Мистер, о чем я и говорил? Эй, ты там не умирай, не умирай! Ладно, ладно, я не буду, я буду аккуратен. Зашел, сдох. Премию Дарвина этому человеку, пожалуйста. Ладно. А, так, что у нас еще можно найти? Ваза? Не, под это я больше не встану, я вообще не знаю. А, ростометр. Длину твою измеряет. Я вам не буду мешать, продолжайте сами, как-нибудь без меня. Опа, здорово. А чё ты тут? Ну, здравствуйте. Приятно увидеть тебя здесь. Я стал немного любопытным и пришел сюда посмотреть. В конце концов, как я и думал, злые призраки везде вокруг. Взгляни вокруг, оглянись назад. Злые призраки тебя убить хотят. Мир не такой, каким кажется он. Не подходи ни к каким предметам, а то тебе пиздос. Ау, это все смерти. Это все варианты смерти. Прикольно, или нет? Ну да, да, это все смерти. Все смерти, в которых ты можешь умереть. Мир не такой, каким кажется он. Ванпанчмен стоит и смотрит вдаль. Что вокруг не подвластно глазам. Я поел. Вкусно, вы не можете остановиться. Но, понятно. Я хочу есть еще. Секундочку, пожалуйста. Оу. Это тебе вот та баба принесла, да, еще тарелочек? Окей. Да. Ваш желудок слишком много съел. Вы спите. Хотите спать?
поел и сдох. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ау. Ау. Сэр, я хочу гамбургер, дайте, пожалуйста. Да, очень хочу гамбургер. А-а-а. Выглядит очень вкусно, время покушать. Мир не такой, каким кажется он, ты гамбургером станешь скоро. Так, ладно, давай сюда еще раз сходим и поговорим с этой девушкой. Девушка, вы выглядите абсолютно нормальной. Как ваша жизнь? Нет, вы не хотите со мной разговаривать? Окей, а вы как тут, что? Добрый вечер. Поговорим. Нет? Печка. Женщина! Здравствуйте! Я, Винди. Очень приятно с вами познакомиться. У вас такие прекрасные синие оттенки лица. Прям вообще. Ну ладно. Это было здорово. Это было познавательно. Найс. Так, подожди, мы отсюда пришли, да? Пошли дальше. Оу, щит. Оу, щит. Гриб. Куда я, блин, пришел? Что это такое? Тут, короче говоря, камни. Похоже, что с этими камнями не пройду. Лучше взорвать это динамитом. А ты шаришь. Прям вообще. Человек. Мозг. Ну ладно. Мы знаем, что нам нужен динамит. Здорово. Так, подожди, а у меня есть... У меня есть семена. Но семена куда-то надо по-любому сунуть. И я не знаю куда. Так, сюда я могу пойти. О! Ау. Ну да. Что-то мне подсказывает, что в эту тень нельзя заходить. Но нужно проверить. А. И его не убило. Просто там его встретила Мисао, и они любили друг друга вообще долго. Ладно, пойдем. Мне просто пофигу. О, вы взяли биту. Металлическую причем биту. Вы вообще красава, такой прям, что жесть. Так, а здесь что-нибудь? Нет. Окей. Ты самый бесполезный монстр, мистер Тень. Ты вообще меня даже не тронул. Ну, то есть, пока я в тебя сам не зашел. Опять упадешь? Нет, не упала, отлично. Так, а это где? Подожди, опять тень? Она уже в другом месте? Не понял. Да, это та же самая тень. Шкафчик! Что же за этим шкафчиком? Он закрыт. Фак! Фак! А я-то надеялся, что мы там что-нибудь найдем. А это... Странно. Нет. Странно. С одной стороны захожу он с одной стороны. С другой стороны захожу он с другой стороны. Ну ладно, у нас есть бита. Кому мы можем ею прописать? Ну тут мы вроде никому не можем прописать. А тут мы вообще ничего больше найти не можем. Нет, есть мы не будем. Сори, чел. Не сегодня. Машина. Я хочу чай, но у меня нет денег. Чё-то не думаю. Здравствуйте. Чё-то мне кажется, что из-за того, что ты выпьешь чай, ты тоже сдохнешь. Ну, в этом мире как-то все довольно одинаково. Ты все равно всегда огребаешь. Так, вниз нам не надо. А куда нам надо туда вообще? Я чё-то не очень курю. А куда нам надо? Так, ну сюда нам не надо. Подожди. Сюда нам не надо. А сюда? Сюда нам можно. А сюда? А, здесь мы были. И здесь ничего. Или чего? Ты чего? Ты ничего. Да, здесь мы нашли этого челика. Помнишь? Учителя, короче. Нет, сюда не пойду. В баню. Так, здесь я был тоже. Здесь я все видел. Так, еще. Вроде бы. Что-то вот здесь мне говорили, что-то в комментариях. То ли семена использовать, то ли что-то такое. Но нет, они не используются. Нет. Не. Не могу я здесь ничего использовать. Может быть и можно, но я не знаю как, по крайней мере. Так, а здесь? Сюда я не могу. Окей. Окей. Так, куда нам можно посадить семена? Подожди, это не его класс, случайно? Это не класс нашего учителя? У него что-то транквилизатор где-то был. Нет? Ну подожди, а... Все, я вспомню. Подожди, кровь. Чья-то кровь. Ага.
Здесь надпись. А, ну да. Эта сидушка проклята. Фэк! Фэк! Ну да. Ожидаемо, ожидаемо. Не нужно садиться на всякие стулья, потому что эти стулья могут быть внезапно прокляты. Так. Там компьютерный зал. Мне туда не надо. Мне нужно. Хотя нет, мне как раз компьютерный зал и нужно. По-моему, там у нас Аяка была, да? Нет, не здесь. Где Аяка была? Я забыл. Я забыл. В этой школе, блин, заблудиться, расплюнуть. Вот здесь она была? Нет, не здесь она была. И не здесь она была. И не там она. Где она была тогда? Аяка, ты где была, блин? А, вот здесь она была. Окей. Вот здесь она где-то была. И вот здесь вот говорили, что... Ага. Он сам ходит. Странно, я не могу найти транквилайзер. Его стырили. Кто-то стыбзил транквилайзер. Успокоительное, если что. Окей. Ну, да, и здесь мы были. Здесь ничего полезного тоже нет. Окей. Пойдем к нему опять, что ли? Надо типа сказать, йоу, бро. Там немного как бы твой транквилайзер нету. Что здесь произошло? Я только ушел. Аяка! Аяка, просыпайся, Аяка! Извини, я не смог защитить ее. Монстр появился из ниоткуда, и я не мог сделать ничего. Черт! Я провалился, спасая своего студента. Пожалуйста, сэр. А, пожалуйста, сэр. Пожалуйста, сэр. Не надо себя огорчать. Это все злые духи, которых можно винить. Мы что-нибудь о них сделаем. Подождите, у вас тоже боль. Я знаю, мы должны вам помочь. Под мы, я имею в виду себя, Андрея Виндяева. Я буду все в порядке. Все в порядке, не волнуйся обо мне. Просто делай то, что нужно делать. Возьми это. О, рука! О да! Именно этого мне и не хватало, потому что мои руки слишком кривые, чтобы все нормально проходить. Я нашел это, пока ходил вокруг. И я не предлагаю смотреть внутрь. Она посетила меня за день до того, как пропала. Она сказала что-то, но я был слишком занят, и поэтому у меня не было времени ее выслушать. Я знаю, что она была в боли, и я не могу почувствовать. И может быть, если бы я ее выслушал, она бы никогда не исчезла. Я не фит, чтобы защитить ее. Ты единственный, кто можешь. Вы нашли мистический коробка. Мистический коробок. Аяка мертва. Да, понятно, Аяка мертва. Аяка! Ну ладно. Ну ладно. Мы нашли с тобой мистическую коробку. И она нам нужна. Смотри, вот это все ключевые предметы. Нам их нужно найти, видимо, для того, чтобы пройти игру. Ладно, я думаю, что на этом все. Мы на сегодня с тобой закончим. Надо сохраниться и... Да, мы с тобой узнали... Мы с тобой, в принципе, продвинулись. Мы с тобой, в принципе, нормально так продвинулись, я тебе скажу. Ну, как бы, не прям офигеть, как много продвинулись, но мы с тобой продвинулись. Это уже успех, я считаю. Это уже успех. Ты только что там был. Ладно. На этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И скоро мы с тобой продолжим. Всем пока-пока-пока. До скорого. Удачи.